Приветствую и добро пожаловать на этот выпуск программы «Что происходит, профессор?». Привет, Мартин. Что ты делаешь в такой своеобразной съемочной площадке? Мне пришлось на время уйти из студии. Я так понимаю, это импровизация. Именно так. Мы не ожидали, что это произойдет, но иногда происходят непредвиденные вещи. Что ж, давайте перейдем к делу и начнем с молитвы. Отец Небесный, благодарим, что мы можем выполнять Твою работу откуда угодно. Благодарим за интересные времена, в которые мы живем, и благодарим за то, что дал нам возможность вести подобные дискуссии. Мы просим Тебя сейчас, просвети наши умы и направь нас Святым Духом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мартин, были люди, которые были не очень рады тому, что мы не говорили о войне в Израиле. Какой у тебя ответ на это? Я думаю, что теперь, после столь долгого времени, люди должны осознать, что мы не информационное агентство, мы не основные средства массовой информации. Мы собираем вместе знамения времени, помещаем их в библейские пророчества. Понимаю. Война увлекательна и интересна. И о ней определенно стоит упомянуть. И мы упомянем о ней. Мы упомянем о ней, но это не имеет большого отношения к исполнению библейских пророчеств. Верно. Итак, давай посмотрим на название. «Война в Израиле. Сионисты против ислама. Священная война или программа иезуитов». Мартин, это очень провокационный заголовок. И причина, по которой он таким является, заключается в том, что он основан на исторических фактах. Протестантская реформация очень четко определила Антихриста. И Мартин Лютер, и все реформаторы, которые были современниками, и после него, как Меланхтон, или Тиндаль, или Уэсли, или кто бы это ни был, будь то Джон Нокс в Шотландии, или где бы они ни пели одну мелодию, Антихрист был жив, здоров и жил в Риме. И Мартин Лютер написал трактат под названием «Вавилонское пленение», в котором он объяснил, что вавилонская система действительно была принята в Риме, и все взгляды должны были быть обращены на Рим. Папство не могло себе этого позволить, потому что это разоблачило бы их. И то, чем они были, и почему их называли системой Антихриста, потому что они работают непосредственно против Христа. А и они запретили это слово, а Иисус — это есть это слово. Они сказили слово, они изменили слово, они изменили закон и не сделали все эти вещи. И Мартин Лютер определил их, они были против искупления. Разве это не очень серьезный вопрос? Если вы не принимаете искупление, то вы не попадете на небеса. Тогда вы избавились от всего плана спасения и сосредоточили все внимание на человеке, а не на Боге. Внимание должно быть там, где ему место. Оно должно принадлежать Богу, потому что искупление находится вне нас. Это поступок, который Бог предпринял в своей милости к нам. И вычеркнуть его из уравнения – это деятельность Антихриста. Поэтому иезуиты придумали план, как избавиться от идеи, что папство — это Антихрист. И они придумали два диаметрально противоположных друг другу направления. Один был претеризмом, другой был футуризмом. Мы сталкивались с этим много-много раз. Претеризм отодвинул Антихриста в прошлое, и они сказали, что Антиох, греческий царь, был Антихристом. Но это смешно, потому что, согласно книге Даниила, Антихрист выходит из четвертого зверя, то есть из Рима. Так что он не может быть греческим царем Антиохом Эпифаном. И несмотря на это, многие протестантские конфессии последовали этой лжи. Они выпили вавилонского вина. Это звучит знакомо.
Связано ли это с вестью трех ангелов? Определенно. Возможно, вторая весть? Да, вторая. Мы тоже к этому дойдем. Нам придется работать над этими вещами, потому что все, что происходит, находится в вести трех ангелов, да. И затем они придумали футуризм, что Антихрист придет в будущем. Они немного расширили эту идею и создали целый сценарий, антипророческий сценарий. И кардинал Беламин, кстати, тоже иезуит, немного его приукрасил. И согласно этой философии, Антихрист придет когда-нибудь где-то там в будущем. И, конечно же, они утверждали, что Антихрист проявит себя в храме Божьем, в физическом храме, построенном из камня. Но в Писании совершенно ясно сказано, что храм, новый храм Божий, это есть Церковь Божья. «Вы – храм Бога Живого», утверждает Павел. Так что весь этот сценарий подразумевает, что храм надо построить. А если нужно построить храм Мартин, то должна быть нация, народ, который его построит. Да. И поэтому был приведен в действие план по созданию нации Израиль. А также создать сионизм. Сионизм – это политическое движение, посредством которого Израиль снова получает национальное признание как нация с физической территорией, которой он может управлять. И это, конечно, должна быть более или менее та же территория, на которой находился древний Израиль. И этот участок был введен в эксплуатацию в 1948 году после Второй мировой войны. Для достижения этой цели было проведено много приготовлений. И это повестка дня иезуитов. Итак, то, что мы видим, на самом деле является оккультной повесткой дня. Да, не библейская, не библейская. Все читают в своих Библиях отрывки, в которых говорится, что Бог соберет свой народ, рассеянный из всех стран. Но это означает духовный Израиль, то есть каждый человек, принимающий Иисуса. Это народ, собравшийся вместе, а не физическая нация. Верно. Помните, что мы говорили, что последний период для человечества наступает после креста. И там люди должны либо принять Иисуса, либо отвергнуть Его. И нет другого имени под небом, которое мы могли бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Поэтому, когда мы смотрим на эту войну, мы должны заглянуть за кулисы. Люди верят, что в Божьем плане есть два потока деятельности. Мы уже сталкивались с этим раньше в нашей программе. И что один поток говорит, что есть поток, который вращается вокруг церкви, а затем есть поток, который вращается вокруг буквального Израиля и который называется диспенсационализмом, и который также берет свое начало от иезуитов. Это отвлечение. Это отвлечение. Мы должны сосредоточиться на том, что говорит библейское пророчество. И для этого нам нужно наблюдать за двумя сущностями. Зверем из моря и зверем из земли. Участвует ли во всех этих действиях зверь из моря и зверь из земли? Да, да. Один — духовное оружие, другой — военное оружие. Но уводить людей от истинного пути — это духовное отвлечение. Много лет назад, Мартин, когда я делал серию лекций «Тотальная атака», я читал лекцию под названием «Революции, тираны и войны», где мы рассматривали все эти действия, которые происходили, и увидели, что иезуиты разжигали войны и революции и так далее. Неудивительно, что их вышвырнули практически из каждой страны мира, верно? На некоторое время. А еще было интересное письмо Альберта Пайка, которое написал Мазини. Об этом письме много говорят, и многие утверждают, что такого письма никогда не было. Но, к сожалению, для этих людей источников слишком много, которые подтверждают существование этого письма.
Его можно было увидеть в Британском музее, а затем его убрали оттуда. Так что давайте просто прочитаем некоторые вещи, относящиеся к этой проблеме. Итак, это письмо Альберта Пайка, масона 33 градуса, великий мастер, написавший «Мораль и догма». И в нем говорится: «Первая мировая война должна быть развязана, чтобы позволить иллюминатам свергнуть власть царей в России и превратить эту страну в крепость атеистического коммунизма». Разногласия, вызванные агентами иллюмината между Британской и Германской империями, будут использованы для развязывания этой войны. И в конце войны коммунизм будет построен и использован для уничтожения других правительств и для ослабления религий. Мартин, это просто размышление. Случалось ли это? Да. Иллюминаты. Кто их основал? Разве не Адам Вейсгаупт, иезуит? Был ли он иезуитом? Да. Они говорят, это бывший иезуит. Но, Мартин, бывший иезуит – это мертвый иезуит. Им нравится ставить иезуитов в такое положение, когда они уходят в подполье. Их представляют как изгоев, которые выступают как бы против собственных организаций, а затем, в конце концов, они превращают их в героев. Есть ли у нас еще один пример? Да, есть. А как насчет Перт и Ярде Шерден, человек, ответственный за пилдаунскую мистификацию? Эволюционист. Тот, кто был философским отцом Организации Объединенных Наций. Он был там как бы гуру. Его почти боготворили за его философию. Но он был настолько радикален, что церковь дистанцировалась от него. Но после его смерти и в последнее время ему писали прославляющие статьи. Итак, Мартин, он проделал хорошую работу. Он привнес мистицизм в ООН. А затем были такие организации, как Храм Понимания, и все такие, и все эти организации, которые используют труды Блаватской, Алисы Бейли и их программы на 2025 год, экстернализация иерархии. Почему все эти организации находятся официально в ООН? Потому что это повестка дня. Это часть повестки дня. Кто за этим всегда стоит? Это иезуиты. Это повестка дня иезуитов. И разрушили ли они религию? Да. Особенно в связи с Первой мировой войной в России. Верно? И Пьер Тейяр де Шарден обманом продвигал повестку дня эволюции. И Карл Маркс, и Ленин, и все эти люди, вероятно, контролировались одними и теми же силами и воплотили эти идеи в мир. Они были оккультистами, потому что принадлежали к таким организациям, как «Призрачная гильдия», где они общались с демонами. В основном это все действительно произошло, скажем так, предсказанное ими оккультистами. Потому что у сатаны также есть контрпророчество, и он должен придать ему достаточно доверия, чтобы люди действительно поверили ему. И я боюсь, что значительная часть евангелического мира проглотила эту приманку леска и грузила. Они на пути диспенсионализма. Они ждут антихриста в будущем. Но извините меня, помнят ли они свои корни, откуда они родом? Изучают ли они вопросы, почему папство является антихристом, или сидят в экуменических советах? Они все в экуменических советах. Вторая мировая война должна разжечься, воспользовавшись разногласиями между фашистами и политическими сионистами. Эта война должна быть развязана для того, чтобы нацизм был уничтожен и чтобы политический сионизм стал достаточно сильным, чтобы заставить суверенное государство Израиль в Палестине. Во время Второй мировой войны международный коммунизм должен стать достаточно сильным, чтобы сбалансировать христианский мир, который затем будет сдерживаться и держаться под контролем до тех пор, пока он не понадобится нам для окончательного социального катаклизма. А это произошло, Мартин?
именно так, как там написано. И возникает вопрос, почему народы, которые, очевидно, боролись с нацизмом, подняли военно-морские клинки, чтобы гарантировать, что евреи, вышедшие из этой катастрофической ситуации, действительно оказались в Палестине? На самом деле это не пророчество, это просто план. Это просто план, да. Ты можешь планировать пророчество, но это не имеет ничего общего с библейским пророчеством. А затем должна быть Третья мировая война. Третья мировая война должна разгореться, воспользовавшись разногласиями, вызванными агентами иллюмината между политическими сионистами и лидерами исламского мира. Война должна вестись таким образом, чтобы ислам, мусульманский, арабский мир и политический сионизм, государство Израиль, взаимно уничтожили друг друга. Тем временем другие народы, вновь разделенные по этим вопросам, будут вынуждены сражаться до полного физического, морального, духовного и экономического истощения. «Мы дадим волю нигилисту, — пишет Пайк, — и атеисту, и обеспечим грозный социальный катаклизм, который во всем своем ужасе ясно покажет народам эффект абсолютного атеизма, источник дикости и самых кровавых беспорядков». Люцифериане не хотят атеизма. Они используют его как инструмент, потому что они хотят поклоняться Люциферу напрямую, верно? Тогда повсюду граждане, вынужденные защищаться от мирового меньшинства революционеров, будут истреблять тех разрушителей цивилизации массы, разочаровавшиеся в христианстве, чьи теистические духи с этого момента будут лишены компаса и направления, стремясь к идеалу, но не зная, куда воздать поклонение, получат истинный свет универсального проявления чистого учения Люцифера, наконец представленного на всеобщее обозрение. Это проявление будет результатом общего реакционного движения, которое последует за разрушением христианства и атеизма, завоеванных и истребленных одновременно. Мартин, это дьявольский люциферианский план. Многие люди считали, что с операцией «Буря в пустыне» некоторые из этих планов будут реализованы. Но теперь на Ближнем Востоке происходит еще одно волнение, не так ли? И это создает то, о чем он здесь упомянул. Люди, стоящие за одним и другим со всего мира. Теперь уже есть какое-то разделение и разговоры о ядерной войне, например, между Россией и Западом. Да. Между Китаем и Западом, да. Итак, это тоже ферментировалось, бродило в фоновом режиме. Итак, народы фактически выбрали сторону, определились. И есть страны БРИКС с одной стороны и западные страны с другой стороны. Этот разрыв уже создан. Сыграл ли в этом роль коммунизм? Да. Так что в деле замешана не только коммунистическая Россия, но и коммунистический Китай. И есть это разделение. И если у вас правильный порошок на пироге, и вам удалось поднести к нему спичку, он взорвется. Конечно. И это кажется всегда централизовано вокруг Израиля. Это ужасная мысль. Но будучи иезуитской программой, это дьявольская программа, верно? И как сказал Пайк, если вы одновременно уничтожите христианство и иудаизм, а также добавите атеизм, то люди примут люциферианство. Теперь, если христианский мир принял эту иезуитскую идею диспенсионализма, и все его надежды возлагаются на Иерусалим и храм, и все это, и вдруг все это улетучится, разочаруются ли они? Очень сильно. И я только что подумал, это не библейское пророчество, но оно вписывается в библейское пророчество как время скорби, которого никогда не было раньше.
они действительно могли бы построить этот храм. И все это может случиться. И в течение этого времени, когда время благодати завершится, сатана проявит себя как ангел света. Это произойдет, чтобы этот их люциферианский план мог воплотиться в жизнь. Но это будет подделка. Именно. Итак, держите взгляд на тех, кто библейско ориентирован на реальные вопросы. Итак, Мартин, произойдет это или не произойдет? Перерастет ли это в большую войну или нет? Это не имеет ничего общего с библейским пророчеством. Это уловка. Это могут быть слухи о войне. И раздаются голоса, которые говорят, что это ложный флаг, потому что их безопасность в Израиле настолько велика, что они хвастались, что видят таракана, переходящего забор. Не говоря уже о вторжении, которое произошло прямо сейчас. И есть много вопросов, которые говорят это. Это не имеет ничего общего с выбором стороны. Это просто наблюдение. Верно? Теперь, сионизм. Сионизм — это движение, которое хочет дать Израилю или евреям государство с национальной идентичностью и еврейское государство. И сионизм не очень стар. На самом деле ему около 100 лет. Но это иезуитская программа. Люди должны помнить, что сионистские протоколы, например, где вся вина за брожение глобализма переложена на евреев, и все эти проблемы на самом деле являются повесткой дня иезуитов. Они используют подставную организацию, чтобы выглядеть невиновными, заботящимися о бедных. Итак, все ополчились, потому что они говорят, что они, сионисты, сидят за Рокфеллерами и всей этой банковской деятельностью, всем этим. Но еще раз, как вы только что упомянули, это только пыль в глаза. Это всего лишь подставная организация. Давайте спросим еврея, считает ли он сионизм библейским движением или нет? Это не имеет ничего общего с религией, это не религиозный конфликт. Сотни лет мы жили вместе без ООН или правозащитных групп, которые могли бы нас защищать. Это не имеет ничего общего с религией, это уловка и ложное изображение государства Израиль. Сионизм, чтобы узаконить то, что они делают, и получить от мира поддержку своего существования. Иудаизм — это религия, духовность, служащая Богу тысячи лет. Сионизму всего около 100 лет. Это переход от религии к национализму и материализму, созданный нерелигиозными евреями, которые ненавидели религию. И они очень не хотели дружить с иудаизмом. Они даже не хотели делать свое государство в Палестине, только в Уганде на первых встречах. Причина, по которой они использовали название «Израиль», «Звезда Давида», они похитили идентичность иудаизма и еврейского народа. Причина заключается в том, чтобы получить легитимность своего существования, чтобы люди сказали: «О, Бог дал это, Бог дал им это», и что они должны бояться и запугивать людей, чтобы они не высказывались против их действий, потому что они назовут их антисемитами. Ничего не может быть более далекого от истины, чем это. Итак, Мартин, вся эта идея устроения о том, что у Бога есть две цели. Одна для Израиля и одна для церкви. Это не библейская идея. И единственный путь к спасению – это принять Иисуса Христа как своего личного спасителя. Еврей, который был привит, отрезан от лозы, может быть привит обратно, согласно Павлу. Если он сделает что? Принимает Иисуса как своего Спасителя. Да. Итак, Мартин, что евреям нужно делать, так это изучать пророчество. Они должны обратиться к своей книге, Библии, Ветхому Завету, а затем должны пойти и посмотреть книгу Даниила, а затем пойти посмотреть 8 главу и 9 главу книги Даниила. Они должны изучать пророчество о 70 седьминах, и они поймут, что они опоздали на лодку. И все пророчества, относящиеся к Мессии, как их снял им Павел, но они ожесточили свои сердца и не сделали этого. И то же самое с этим ортодоксальным евреем, которого мы только что видели на этом видео. Он прав, что сионистское государство было создано, все такое, но ему все равно придется принять Иисуса.
нему все еще придется при дяде Иисусе. Мартин, я был атеистом и католиком. Должен я был принять Иисуса как своего личного спасителя и выйти из этой системы? Да. Должен ли я принять искупление? Да. Относится ли то же самое и к шаману, и к буддистам? Да. И для индуиста? Да. И для мусульманина? Да. Нет другого имени под небом, которым вы можете спастись. Верно. Давай посмотрим, что Дух Пророчества скажет по этому поводу. Тем временем верующие разных стран и народов стекались в храм, предназначенный для поклонения Богу. Сверкающий золотом и драгоценными камнями, он являл собой прекрасное и величественное зрелище. Однако Иегова оставил эти пышные чертоги, а Израиль как нация расторг завет с Богом. И когда Христос в конце своего земного служения последний раз взглянул на внутреннее убранство храма, Он сказал: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Матфея 23 глава, 38 стих. Прежде Он называл его домом своего Отца, но Сын Божий покинул его, и отныне присутствие Божие никогда более не осеняло храм, хотя он был построен во славу Его. Итак, Мартин, если это так, это взято из книги Деяний апостолов, и взят ли он из будущего храма? Однозначно, потому что суть храма разве не в жертвоприношениях? Разве это не отрицание той единственной жертвы, которая берет на себя грех мира, в сторону которого указывало все святилище в пустыне? Совершенно верно. И что означает слово «пустой»? Пусто. Ничего там больше не имеет никакой религиозной ценности. Город Иерусалим больше не является священным местом. Это цитата из Review and Herald. Проклятие Божье наложено на него из-за отвержения распятия Христа. На нем покоится темное пятно вины. Он никогда больше не станет священным местом, пока не будет очищен очищающим огнем небес. В то время, когда эта проклятая грехом земля очистится от всякого пятна греха, Иисус снова встанет на Елеонскую гору, когда Его стопы ступят на нее, она расколется и превратится в великую равнину, подготовленную для города Бога. Когда это произойдет? После тысячелетия. Потому что при втором пришествии Христос не придет на эту землю. Мы встретим Его на воздухе, верно? Он не ступит ногами на землю. Итак, Мартин, если это произойдет только после тысячелетия, когда Он будет освящен им, прикоснувшись к горе Сион, а до тех пор будет ли к Нему применима какая-либо святость? Нет, никакой. Повсюду вокруг нас есть работа для Бога. Есть мир, который нужно спасти, и Бог призывает нас быть соработниками Ему. Он призывает нас работать с искренностью и рвением ради необращенных. Включает ли это евреев? Да. Потому что им тоже нужно преобразование. 100%. Так же, как и всем остальным. И есть также люди, которые говорят: «Хорошо, но особенно эта группа, или особенно евреи, или особенно они». Нет никого особенного. Каждый язык, племя и нация. Есть еще одна цитата из ранних произведений, она довольно прямая. «Их унижали, презирали и ненавидели, как будто на них была печать Каина. Но я видела, что Бог чудесным образом охранял этот народ и рассеял его по всему миру, чтобы все могли видеть то особенное проклятие, которое он на себе несет». Это звучит очень грубо, но по сути это говорит о том, что их нация была отнята у них, они были рассеяны по народам мира. И в некотором смысле, Мартин, из-за этого они были приведены в контакт с христианством. Верно? И они отказались от него. Они охватили определенные его аспекты. Я знаю евреев, например, многие в Соединенных Штатах будут праздновать Рождество и все эти вещи, соблюдать формы и ритуалы, которые сопровождают его. Но суть они никогда не охватили и не принимали. Я видела, что хотя Бог и отверг иудеев как народ, однако некоторые из них обратятся, смягчат свои сердца и увидят, что пророчество относительно их исполнилось. Они примут Иисуса как Спасителя мира,
и осознает великий грех своей нации в том, что они отвергли и распяли его. Мартин, именно это сказал Павел. Их можно привить. Какая это была бы чудесная ситуация? У них есть закон. Они понимают отношения Бога с древним Израилем. Они могли быть бы такой силой в Божьей Церкви, но они должны принять акта Божьего, который берет на себя грех мира, потому что нет другого способа спастись. Итак, люди должны уйти от диспенсационализма. Они должны уйти от футуризма. Это иезуитская уловка. И если мы понимаем иезуитизм, если мы понимаем католицизм, не католиков, потому что католики в одной лодке, они также должны принять истинного Иисуса, того, кто их спасает, а не папу или священника, который прощает им их грехи. Потому что кто может прощать грехи, кроме одного Бога, верно? Видите, есть два отвлекающих потока. Евреи верят в закон, но отвергают Иисуса. И есть большая часть христианского мира, которая принимает Иисуса, но отвергает закон. Совершенно верно. Третья ангельская весть — осветить землю своей славой. Но только тем, кто стал свидетелем искушения в силе могущественного, будет разрешено принять участие в ее провозглашении, когда она перерастет в громкий клич. Итак, Мартин, если вы хотите стать частью последнего движения, чтобы донести до мира последнее предостережение, тогда вы должны жить этой вестью. Вы не можете просто говорить о ней, верно? И последнее послание миру не имеет ничего общего с буквальным Иерусалимом, потому что как народ они навсегда оставлены Богом. Нам нет необходимости ехать в Иерусалим, нам нет необходимости уделять Иерусалиму особое внимание, потому что особое внимание к одной группе — это пренебрежение к другим группам. Вот почему я упомянул об этом ранее. Нет никого особенного. Нет никого особенного. Итак, какая же весть должна дойти до мира? Мы говорим о вести трех ангелов. А весть трех ангелов — это последний призыв к человечеству поклониться Богу и воздать Ему славу. Это первый ангел, верно? «Ибо наступил час суда его». Мы разберемся со всем этим очень подробно. Другой ангел говорит: «Пал, пал Вавилон». Итак, Вавилон пал. Мы знаем, что Вавилон — это падшая религиозная система, отрицающая Иисуса. Даже если они будут исповедовать это на словах, они отвергают Его силу, они отвергают Иисуса Христа, и поэтому они стали падшей христианской структурой. Итак, является ли иудаизм частью Вавилона? Да. Является ли католицизм частью Вавилона? Да, это мать. Это мать Вавилон. Она мать блудниц. Другие, принявшие ее учение, которые пили ее вино, ее учение, впитал ли христианский мир учение иезуитов? Он проглотил его полностью, поэтому мы получаем так много вопросов о буквальном сионизме. Верно? Стали ли они тогда частью Вавилона? Да, потому что они выпили вино. И заседают ли они на этих экуменических советах? Да. Признают ли они снова авторитет Рима, сверхавторитета слова? Все время. Они все время оперируют с этим вином. Говорит ли Библия, что нужно держаться в стороне от мира? Находится ли католицизм в стороне от мира, и он вовлечен в каждую политическую организацию и страну в мире? Именно. Торговцы, что означает бизнес, средства массовой информации, кино, везде. У них повсюду свои щупальца. Часто ли рок-звезды и кинозвезды ходят по улицам Рима и встречаются с папством? Они регулярно встречаются с папой. Хорошо, тогда это любовь к Богу или это любовь к миру? Это любовь к миру. Мы должны разобраться в этом, верно? Сатана всегда стремился переманить умы людей от Иисуса к человеку и уничтожить индивидуальную ответственность. С
Сатана потерпел неудачу в своем замысле, когда он искушал Сына Божьего, но он преуспел еще лучше, когда пришел к падшему человеку. Христианство стало развращенным. Папы и священники осмелились занять возвышенную позицию и научили людей обращаться к ним за прощением своих грехов, вместо того, чтобы искать их у Христа. Индивидуальная ответственность, верно? Вы не спасаетесь корпоративно. Вы спасаетесь как личность. Вы спасены как личность. Поэтому национального спасения не может быть. А есть такое понятие, как спасен однажды, спасен навсегда? Если праведник отступит от праведности своей и сделает зло в очах Господних, ни одна из прежних его праведностей не припомнится ему. Он точно умрет. Это означает вечная смерть, верно? Именно так. Выбери сегодня. Это выбор. И если неправедный человек отвернется от своей неправды и будет делать то, что правильно в очах Господа, ни одна из его прежних неправедностей не припомнится ему, он будет жить. Разве не это говорит нам Иезекииль? И Господь изменил это? Нет. Потому что я Господь, я не изменяюсь. Разве не это он сказал? Итак, Мартин, эти искушения, которые пришлось пережить Иисусу, и где он победил сатану? Потому что давайте проясним это. Во время искушений Иисус победил сатану. На кресте он заплатил цену за грех. Но победа над сатаной произошла в пустыне. Потому что три основных греха человечества, которые можно отнести все остальные грехи, он преодолел в пустыне искушение. Может, нам стоит посмотреть на это? Потому что в этом все дело. И если мы хотим отставить то, что вот-вот придет на эту землю, обманы, все эти вещи, которые отвлекают наш разум в разные стороны, мы должны изучить, что это были за искушения, чтобы Иисус мог помочь нам преодолеть их. Мартин, возможно ли, что три искушения имеют аналог в последней вести, вести трех ангелов? Я уверен, если действительно изучить это, я уверен, что мы этому придем. Потому что если сатане не удалось победить Сына Божьего, но он добился большего успеха в человечестве, тогда эти три должны каким-то образом стать неотъемлемой частью даже религиозных систем мира. Не так ли? Если вы не примете первую весть ангела, у вас будут проблемы со второй и третьей. Безусловно, вам придется принять первую, прежде чем вы поймете вторую. И если вы не понимаете вторую, вы определенно не поймете третью. Также и с искушениями. То же самое. Если вы не согласитесь преодолеть первое, у вас возникнут проблемы с остальными двумя. И если вы не примете вторую, вы восстанете против третьего. Хорошо, давай посмотрим на эти искушения. В 4 главе Евангелия от Матфея говорится об искушениях. Также упоминается и в Луки в 4 главе, но в Евангелии от Луки они в другой последовательности. Я думаю, что последовательность событий, представленных в Евангелии от Матфея, вероятно, именно такая, как это и было. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Это был 27-й год нашей эры, Мартин, после 4000 лет греха. Итак, за 4000 лет до этого Адам и Ева потерпели неудачу в этих искушениях, верно? И Иисус преодолел то, где они потерпели неудачу. Поэтому мы должны найти эти искушения также в Адаме и Еве. И мы должны их и в человечестве сегодня. И он был искушен дьяволом, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он сейчас сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих».
Итак, это первое искушение. Люди склонны не обращать на это внимания, но это очень серьезное искушение. Это было самое серьезное искушение. Да, это было самое серьезное искушение для Адама и Евы. Адам и Ева подверглись искушению. Еда выглядела хорошей, плоды выглядели вкусными. Они думали, что фрукт также имеет духовный подтекст. Они возжелали его. Итак, аппетит управлял их разумом. А управляет ли аппетит сегодня разумом человечества, Мартин? Однозначно. А в дни Ноя они ели и пили. Нет греха в еде и питье, потому что так задумал Бог. Должно быть, они слишком много ели и пили. И ели и пили то, что вредно для здоровья. Согласно тому, что дал тебе Бог в своем знании. Если вы посмотрите на мегакомпании сегодня и на тех, кто их контролирует, организации мальтийских рыцарей, все они связаны и бегут в Рим, чтобы получить инструкции на последние дни. Эти компании всегда представляют человечеству самую здоровую пищу или нет? Вовсе нет. Содержат ли они соединения, которые сбивают с толку разум, такие как кофеин, например, чайная промышленность, кофейная промышленность, промышленность напитков с кофеином и другими компонентами, содержащимися в них. Это вещи, которые сбивают с толку разум. Как вы думаете, это имеет божественное происхождение или другое происхождение? Темное происхождение. Как ты думаешь, это может быть частью вавилонского замешательства? Или, по крайней мере, чтобы Вавилон оставался в замешательстве определенно? Итак, насколько важно, Мартин, иметь весть о здоровье? Это часть вести трех ангелов. Итак, Сыну Божию потребовалось 40 дней поста. Он был истощен. И в этом истощенном виде он преодолел то, где Адам и Ева потерпели неудачу и пали. Как ты думаешь, еда и питье, станут ли они главными искушениями в последние дни? Я в этом уверен. Это часть вести трех ангелов, правая рука вести третьего ангела. А, это правая рука вести третьего ангела. А весть третьего ангела предостерегает от начертания зверя. А начертание зверя – это его претензия на власть и доказательство обладания этой властью, которая, как он утверждает, должна быть выше Слова Божьего. Разве он не это говорит? Именно. В том, что он изменил субботу на воскресенье, это доказательство его власти. Разве здесь не сказано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих? Это первое искушение, неотъемлемая часть предупреждения не подчиняться руководству человека, а внимать руководству Бога. Прекрасно. И сделав это, вы покажете, в чем заключается ваша преданность. Итак, послушание Богу подразумевает послушание Его закону. Если у Него также законы о здоровье, да? Были ли какие-то вещи, которые им нельзя было есть? Да. Были ли они церемониальными? Нет. Если ты прикоснешься к мертвому трупу, тебе придется омыться. Это церемониальная вещь или это еще избавление от загрязнений? Сегодня это так же актуально, как и тогда. Ты был церемониально нечист, но ты был нечист в буквальном смысле. На самом деле, знаешь, Мартин, современная медицина появилась только тогда, когда они прочитали Библию и увидели, что им нужно мыться, прежде чем дотрагиваться до других людей. Итак, Мартин, на самом деле, это часть искушений, которые нам придется преодолеть. Потому что вы должны быть исполнителями слова, а не просто разглагольствовать об этом. Мы посмотрим это. Я думаю, об этом говорит
Иакова. Мы перейдем к Иакову. Итак, первое искушение также является неотъемлемой частью вести трех ангелов. И человечеству придется победить во Христе, там, где Адам и Ева потерпели неудачу. Вам придется это сделать, и вам будет трудно провозглашать весть трех ангелов, если вы потерпите неудачу при первом же искушении. Как мы читаем там в духе пророчества, вам действительно нужно начать делать все правильно, иначе вы не станете неотъемлемой частью вести трех ангелов или громкого клича. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. Итак, есть ли здесь религиозный подтекст? Да. Отводит его в храм. Отводит его в храм. И говорит ему, если ты Сын Божий. Разве не сделал ли он то же самое в Эдеме? Да. Подлинно ли Бог сказал? Он всегда что-то задает, как бы с сомнением. Он хитрый лис, змей. «Бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Мартин, это самое большое искушение. Это тот, который нападает на все человечество. Это искушение самонадеянности, пренебрегать Богом, занять позицию, которая не оправдана в ваших обстоятельствах. Я думаю, мы с тобой можем с уверенностью сказать, что мы грешники. Конечно, у нас греховная природа, и только во Христе мы можем победить грех. У нас нет собственной праведности. Только вмененная и наделенная праведность Христа дает какое-то нам положение на небесах. Итак, Мартин, если я весь напыщен и заявляю, я прощу твои грехи, признайся мне в них, это самонадеянность? Это богохульство высшего рода? Это богохульство? А есть ли религиозные организации, которые этим занимаются? Да. Существуют ли религиозные организации, которые заявляют, что однажды спасен, спасен навсегда? Да. А это самонадеянность? Это самонадеянность. Существуют ли религиозные организации, которые утверждают, что человечество действительно обладает силой изгонять демонов? Да, потому что им дана эта власть. Существует ли такая вещь, как религия власти? Да. А это самонадеянность. Они используют имя Иисуса, который, очевидно, отдает им эту власть, но затем они забывают, что Иисус сам является этой властью. И они забывают, что есть условия. Дух Святой, который Бог дает послушным Ему. Закона больше нет. И наши пророки больше не находят видения от Господа. Они уничтожили закон Твой. Пришло время тебе действовать. Разве это не библейские тексты, которые нужно принимать во внимание? Тот, кто любит меня, тот, кто говорит, что любит меня, но не соблюдает заповеди мои, тот лжец, и истины нет в нем. Все, что возобновляет захват власти без выполнения условий, является самонадеянностью. Если вы говорите, что любите Иисуса, не соблюдаете Его заповеди, вы не соблюдаете то, что говорит Библия. Верно. Если религиозная система говорит вам, что вы должны выполнять этот ритуал, чтобы спастись, и вы идете и выполняете этот ритуал, а затем предполагаете, что вы спасены, не соблюдая условий, то это самонадеянность? Да. Мартин, сколько религиозных систем в мире виновны в грехе самонадеянности? Все. Это страшно, Мартин. Это делает их всех частью Вавилона, второй ангел. Если вы совершаете грех самонадеянности, вы принимаете слово человека и авторитет человека сверх того, что написано, то вы совершили грех самонадеянности. На самом деле, если вы сидите в Экуменическом совете и готовы идти на компромисс, разве это не самонадеянность?
Может ли компромисс привести вас на небеса? Нет. Адам и Ева тоже были самонадеянными. Они думали, что Бог не будет таким суровым к ним, потому что Он любит их. Да, Он любит их. И Он любит нас. Так что маленький грех здесь и маленький там не удержит от тебя, Рая Мартин. Он знал их сердце. Но она съела плод и дала Адаму. И Адам посмотрел на нее и подумал, ведь Бог не будет таким суровым, чтобы он сделал то, что он говорил. А потом он даже подумал, что Бог не заменит ему Еву. Он будет один. Все это пронеслось у него в голове. Раз мы не слышим сегодня то же самое? Мартин, итак, второе искушение. Это часть Вавилона, как мы уже спрашивали. Следовательно, это часть вести трех ангелов. Три искушения, три вести. Хорошо, давай продолжим. Опять берет ее дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это тебе дам, если поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Вот почему я верю, что это правильная последовательность, потому что после этой он отправляет его собирать вещи. «Отойди от меня, сатана». Он узнает его, кто он такой. Искуситель, верно? Он ничего не сказал о сатане в начале, но здесь он обращается к нему по имени, его падшее имя. И что такое грех, Мартин? Это любовь к миру. И это показывает, в чем заключается ваша преданность. Итак, любовь ко всему мирскому. Некоторое время назад мы сделали эпизод WhatsApp Prof, где показали видео, в котором многие музыкальные легенды мира признаются, что продали свои души другому лицу. Помнишь? Почему они продали свои души другому существу? Они хотят иметь мирскую славу. А теперь почему народы и церкви хотят быть признаны политическими и религиозными системами мира? Зачем им это признание? Ради признания и популярности. Это любовь к миру 100%. Это любовь к миру больше, чем любовь к Богу? Да. Это отстаивание Божьих принципов или капитуляция перед мирскими принципами? 100%. Капитуляция. Если мы дойдем до вести третьего ангела, не принимайте начертания зверя. Вы не можете принять власть человека, чтобы иметь возможность покупать и продавать, и делать все, что хотите, чтобы получить от мира все, что вам нужно. Сможет ли ваш Небесный Отец позаботиться о вас, несмотря на то, что ты отвернулся от мира? Конечно, Он позаботится. Но, как видите, дело в популярности. Большинство. Просто посмотрите на давление со стороны сверстников. Что такое давление со стороны сверстников? Разве это не любовь к миру 100%? Быть принятым миром, быть принятым твоими друзьями. А теперь придайте этому религиозный оттенок. Если вы хотите, чтобы вас принял религиозный мир, разве вам не придется идти на компромиссы? Придется. Если вы хотите сидеть на экуменических советах, должен быть компромисс. Вам придется пойти на компромисс. Если маятник качнется, они начнут говорить, что воскресенье нужно соблюдать как день для мира или Гоя, и всех этих, или даже по религиозным причинам, это будет большинство ради популярности. Если вы подпишете документ под названием «Экуменическая хартия», где они признают, что папство является моральным лидером, извините, разве вы тогда не отвергли Бога? Разве здесь не сказано «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»? Все это очень важные моменты, Мартин. Это не просто разглагольствовать. Давай перейдем к посланию Иакова. Я сказала, что мы перейдем к Иакову. Послание Иакова, 1 глава. С
И мы начнем со стиха 13. Потому что мы говорим об искушениях. Верно? И что нам придется преодолевать искушения. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Тот, кто искушает, это сатана. Три искушения, мы их рассмотрели. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Итак, по сути, если мы захотим перефразировать это, мы можем сказать, что человек подвергается искушению, когда он уступает своей падшей природе. Единственный способ предотвратить это, Мартин, если падшая природа подчинится Богу и умрет. Будет подчинена Богу и умрет. Падшая природа должна умереть. Например, ты алкоголик, но ты отказываешься пить. Верно? Ты грешник, но ты отказываешься грешить. Что говорит тебе, что такое грех? Библия. Библия говорит вам, что такое грех. Если вы знаете, что такое грех, вы знаете, как его избежать. Похоть очей и все такое. Мне нравится, как это выразил Иов. Я заключил договор со своими глазами. Читаем дальше. Похоть же зачем рождает грех? Другими словами, когда вы подаете своей плотской природе, вы начинаете грешить. А сделанный грех рождает смерть. Потому что плата за грех — смерть. И это никогда не менялось. Христос не упразднил это. Он не умер для того, чтобы ты остался грешником, верно? Он не умер для того, чтобы отменить закон, чтобы вы могли делать то, что хотите. Именно. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Бог не изменился, ничего не изменилось. Давайте перейдем к стиху 19. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит праведности Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Итак, что говорит вам, что правильно, а что неправильно? Это слово. Слово, но ты должен его получить. Другими словами, вы должны впустить Христа в свое сердце, тем жить этим. Он должен жить в вас. Он должен жить в вас. А вы должны умереть. Да, хорошо. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Но если ты не исполнитель слова, Мартин, но претендуешь на спасение, потому что взял имя Иисуса в свои уста, то это грех самонадеянности? Да. Это часть Вавилона? Действительно ли Вавилон учит этому? Да. Мы говорили это снова и снова. Это опасная ситуация. Итак, что же мы должны делать? Стих 25. «На кто виновен, вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Ты должен это делать. Вы не можете просто разглагольствовать. А как насчет первого искушения? Тебе нужно изменить свой образ жизни. Ты должен, ты не можешь просто сказать, что я сделаю это, или Иисус не ожидает меня этого прямо сейчас. Разве это не грех самонадеянности? Знаете, что еще очень самонадеянно? Что это не спасает. Это не спасает. И оно не относится к спасению. Но плод, висевший на том дереве, хорош для еды и желателен, и дает знание. Мартин? Это удержало их в Эдеме? И это было первое искушение, которое сатана снова нанес Иисусу. Итак, затем он продолжает говорить: «Если кто из вас думает, что он религиозен и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того напрасная религия». Другими словами, это самонадеянность. И затем он определяет чистую религию. Я нахожу это очень интересным. «Чистая и непорочная религия перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира».
Мартин, как ты думаешь, можно ли поделать этот стих? Да, можно. Если вы берете на себя заботу о вдовах и сиротах, чтобы снискать благосклонность Бога, то это может быть самонадеянно. Но значит ли это, что мы не должны заботиться о вдовах и сиротах? Нет. Это просто надо поместить в нужное место. Но давай копнем немного глубже. Кто такие сироты? Не так ли? Это только те дети, которые потеряли физических родителей, или это может быть человечество, которое потеряло контакт с Небесным Отцом? Да. Итак, они становятся объектом евангелизации. Итак, кто такие сироты на земле? Большая часть человечества. А вдовы? Вдова — это женщина. Но разве женщина символизирует церковь в Библии? Когда она становится вдовой? Когда теряет мужа. А сколько церквей потеряли мужа? Другими словами, потеряли связь со Христом? Большинство. Если ты любишь меня, соблюди мои заповеди. Если нет, то ты лжец. Мартин, сколько церквей учат, что заповеди соблюдать не обязательно? В основном все. Они проповедовали, что нужно соблюдать заповеди? Да. Они отказались от них? Да. А зачем им делать такую глупость? Потому что так сказала мать. Ты зануда, Мартин. Итак, вдовы — это церкви, которые стали вдовами, отвергнув слово целиком, придав значение только некоторым его частям. И затем последняя часть — хранить себя неоскверненным от мира. Подходит ко всему? Это третье искушение. Это все три искушения. Давай добавим сюда первый стих второй главы. «Братья мои, имейте веру Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Итак, если я подчиняюсь указаниям церкви или папы, противоречащим Слову Божьему, служу ли я Иисусу Христу? Нет, потому что вы смотрите на лица. Разве не об этом мы только что говорили и рассуждали? Итак, можем ли мы сказать, что три искушения также являются неотъемлемой частью вести трех ангелов? Я думаю, это стало довольно ясно. Давай закончим еще одной цитатой. Если мы хотим жить в безопасности от зловонной чумы, если мы хотим быть сохранены от видимых и невидимых опасностей, мы должны спрятаться в Боге. Мы должны обеспечить защитную заботу Иисуса и святых ангелов. В эти дни опасности Господь хочет, чтобы мы шли перед Ним в смирении. Вместо того, чтобы пытаться скрыть свои грехи, нам нужно исповедовать их, как Иисус Навин исповедовал грехи древнего Израиля. Мы утверждаем, что мы хранители закона Божьего. Мы заявляем, что застраиваем древние руины и возрождаем фундамент многих поколений. Если нам действительно поручена эта великая и торжественная работа, как важно, чтобы мы отошли от всякого беззакония. Мартин, это довольно сильная цитата. Невозможно служить Богу, если ты не готов отпустить то, что может удержать тебя от всего этого. Мартин, давай перейдем к сути. Если вы хотите попасть на небеса, вам нужно смотреть новости, чтобы знать, что происходит в Израиле? По мнению многих, да. Да. Сколько проповедников сейчас стучат по кафедре с этой вестью? Сколько евангелистов делают это? Большинство. Нет, все. Если средства массовой информации ведут вас именно к этому, разве это не отвлечение? Разве не важно, Мартин, чтобы мы достигли человечества в целом и чтобы мы проповедовали весть трех ангелов, которая приведет к покаянию, приведет к разрыву с грехов, разрыву с мирским, предупредит о реальных проблемах, находящихся рядом, заставляя людей осознавать выбор, который стоит перед ними, а не смотреть новости, чтобы определить свое направление. Перестаньте поддерживать Палестину или Израиль,
а встаньте на сторону Иисуса. Мартин, значит ли это, что мне не нужно смотреть новости? Нет. Вам просто нужно поместить их в нужное место. Да, в нужное место. Означает ли это, что на этой земле проблемы? Да. Значит ли это, что это может перерасти в крупное бедствие? Да. Означает ли это, что весь должна быть отложена и заморожена до тех пор, пока бедствие не закончится, или наши голоса должны усиливаться, особенно в это время? Особенно в это время. Мартин, перерастет ли это в Третью мировую войну или нет, я не знаю. Мы не пророки, но мы изучаем пророчество. Наступит ли время скорби, какой никогда не было раньше? Однозначно. Означает ли это, что мы должны прекратить проповедовать изменение сердца и принять Иисуса евреям и язычникам? Нет, сейчас самое время. Давай посмотрим на это с правильной точки зрения. Давайте принимать решения, основанные на вечных принципах. Любить Бога и соблюдать Его заповеди. В этом весь долг человека. В этом суть вести трех ангелов. Это весть, которая должна дойти до евреев и язычников. Это весть, которая должна достичь весь мир. И да, давайте наблюдать, что происходит в мире, и посмотрим на это в правильной перспективе. Давай помолимся. Отец Небесный, мы живем в неспокойные времена. Религиозные системы сталкиваются друг с другом. Господи, это результат пропаганды, лжи, которые учат в религиозных центрах, предполагаемые лжи. Что если вы сделаете то или другое, или даже уничтожите часть человечества, ваш путь откроется на небеса. Это так противоречит учению о любви. Открой глаза человечеству, независимо от того, какой религии оно принадлежит, и дай ему понять, что нет другого пути спастись, кроме как принять чистое учение Иисуса Христа. Это наша молитва во имя Иисуса. Аминь. Аминь.